Десятки раненых солдат не могут выбраться из окружения ополченцев. Солдаты жалуются, что старшие офицеры редко появляются на передовых, а если и приезжают, то спешат уехать как можно скорее, желательно до наступления темноты. Нас неделю обстреливают. Никто не поможет. Сутками. Не могли вынести. Ну, блин, ну, возьми. Да, авиация сказала, что они... Да засрало государство, армию. А сейчас вы хотите, чтобы мы сказали, что мы хотим? А мы хотим, чтобы наших ребят забрали оттуда. Киев потратил миллионы долларов на карательную операцию в отношении тех, кого считает террористами. Правительство Украины издало очередной указ о частичной мобилизации граждан в ряды армии. Однако финансирование военных действий, по всей видимости, уменьшается. Денег на проведение военной операции после 1 августа у нас не будет. Армии необходимо примерно 775 миллионов долларов. До 1 августа остается меньше недели, и Киев отчаянно пытается найти поддержку своей карательной операции на востоке Украины. Однако ей могут помешать низкий боевой дух солдат и проблемы в правительстве. Роман Косарев, РТ, Донецк, Украина.